Всем привет, у нас в продаже появляется Kia Rey 2019 года выпуска. Объем двигателя 1 литр, мощностью 78 лошадиных сил. На автомобиле всего один владелец, и пробег составляет 41 тысячу километров. На автомобиле кожаный салон, задний ряд сидений в отличном состоянии. Также пассажирское кресло откидывается полностью и превращается в вот такой вот столик. Передний ряд сидений также без каких-либо потертостей. Дверные карты в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В комплектацию входят 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с подогревом и складыванием, центральный замок, обогрев руля, мультируль, датчик света, датчик дождя, штатная мультимедиа, кнопка старт-стоп, бесключевой доступ, кондиционер, обогрев заднего стекла, электроподогрев передних сидений, AUX, USB и розетка 13 вольт. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести данный автомобиль можете за наличный расчет по программе 3D в автокредит. Находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столицы. Всех ждем. Bounce. I like you. Bounce. Come here, girl. Come here.